Так, привет-привет-привет, доброе утро тем, кто уже встал. И сейчас я сделаю такую маленькую утреннюю прозвучку, чтобы день был бодрым. Маленькое звуковое сопровождение. Календарь, смотрите, сторис чуть-чуть раньше. Я уже как бы рассказала, что сегодня лазурит, и события календаря, на что обратить внимание в лазуритовый день, рассказала. Смотрите перед этим сторис. А сейчас маленькая прозвучка. Вот тут маленький звук ча, чтобы ваше утро было бодрым.
вот, и пусть ваше утро будет добрым. Пусть вам сопутствует вибрационный успех во всех сферах своего дня, и пускай день будет прекрасным. Это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Если понравился звук, ставьте сердечки. Если вы фанат этого звука, то у меня есть курс управления здоровьем в звуке кристальных чаш. Это 18 чаш. Они как раз-таки помогают восстановить здоровье, плюс темы по каждой системе человека. Да? Это возьми здоровье в свои руки. Как не осенью этим заниматься? И есть трансформационный курс «Путешествие в кристальные храмы». И это тоже прекрасный трансформационный курс, особенно для тех, кто любит медитировать. И он тоже в звуке, и он с кристаллами, и он «Путешествие в кристальные храмы трансформации». Поэтому вот рекомендую, если вы любитель кристального звука. Если вы впервые его услышали, то присоединяйтесь. Постараюсь неделю в таком режиме прожить, каждый день мотивировать вас звуковой волной и каждый день рассказывать вот сторис перед этим про камешек дня. Конечно, кристальный календарь читайте в профиле «Кристаллософия». Там он написан буквами и словами. Кто любит читать, там можно оставить тоже комментарий. И вот неделю я сделала себе такой вот вариант марафона или эксперимент сама с собой, чтобы вам его прочитать, чтобы вы могли послушать утром, когда собираетесь на работу, или когда едете в машине, или когда не можете держать телефон перед собой и читать. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Подписывайтесь, и неделю я вам обещаю вот такой вот веселухи. Каждый вечер. Почему вечером я делаю чаши? Потому что кто-то может послушать их перед сном, кто в таком же часовом поясе, как и я, а кто-то уже утром, и ему будет доброе утро, а нам спокойной ночи. И это в любом случае вибрация, которая настраивает ваши клеточки все в унисон, синхронизирует друг с другом и в том числе очищает вашу клеточную структуру. Поэтому вот подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки, дайте мне знать, что вам такой формат нравится, потому что я делаю для себя это вызовом. Ну, пока на неделю. Пока-пока!